видишь, что ребята. Что увидел? Ну развязочки вообще-то. Да, тут надо их изучать нужно предварительно. А когда едешь под 80, тут нафиг. Толковых нету. А то они свалили такие, или гугулины, видишь? Ну, я же вижу. Хотя кажется, проще, что проще было бы оттуда бы вот сделать поворот сюда как-то, а не вот так вот. Шалаша поедем. Дима, мы мимо шалаша поедем. Можем на обратном пути в шалаш заглянуть. Ну, ресторан. В этот самый. У Саши денег немного, но мы его немножко потрясем. Да? Нам будет интересно в самом. Туда и обратно можем, и на залив. Озеро как раз же подходит. Было стрельбище. Ух ты, вон что тут. Водочная станция тут, вот этот самый. Классно, это наше место. О, видишь, у нас. Сейчас не будем, не, мы едем. Или просто пойдем, проедем, посмотрим. Обзорная экскурсия, мы едем дальше. Да-да-да, ну здесь уже дикое место, а там вот, это то вам самое место, которое было... Прямо в городе, вот тебе и все, вот трасса. Да. Вот трасса, а вот тебе все удовольствия. Ну, все едут, да. Большой-большой сделан. Стрелец закончился, все. Закончился, пошли на Зеленогорск.